Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь, если говорить о том, что с точки зрения психологии можно и нужно делать, то это совершенно точно и совершенно определенно это работа с вот вашей чувствительностью, ну, с тем, что вы называете чувствительность, как раз. То есть вот если вы называете, значит, что-то что вы вот, ну, вы говорите, что вы чувствительны, да, вы говорите, что вы, значит, что проживаете за всего, то это вот общая такая тревожность, общая такая нерешенность, общая такая уязвимость, ну вот, общее такое вот недоверие себе, да, то есть как бы общая, может быть, истощенность, вот такая физическая слабость, вот, желание спрятаться, значит, ну, куда-то спрятаться, вот, и, соответственно, это все, если это все про вас, то с этим, собственно, и нужно работать, обучаться, в первую очередь, установлению личных границ, обучаться доверять себе, обучаться позитивному отношению к ошибкам, обучаться уверенности в себе, обучаться тому, чтобы раскрывать себя людям, которые, ну вот, вас окружают, которые с вами находятся непосредственно, потому что какова причина основная того, что вы, значит, боитесь того, что я писал, какова основная причина. Основная причина такая, что вы боитесь, как вас примут люди другие. Вы боитесь этого. Вы боитесь того, как к этому отнесутся, например, ваше окружение, ваши друзья и так далее. Вы боитесь, что вас будут порицать. Вот. Ну, страх порицания, он как раз таки связан с тем, в первую очередь, что человек себя не презентует в полной мере. То есть вы не уверены в том, что раскрывается на 100% перед людьми. И у людей из-за этого естественным образом формируется о вас не совсем соответствующее представление. Может быть, у людей формируется вообще такое довольно нечеткое представление о вас. Вот. Но это не совсем точно. С этим нужно проверять, с этим нужно работать. Вот. Следующее, на что важно обратить внимание, это на то, что вами двигало, когда вы вот, делали то, что делали. То есть, поймите правильно, я вас ни в коем случае не обвиняю. Вот. Я ни в коем случае не хочу сказать, что вы сделали что-то плохое. Вот. Напротив, я думаю, что ну, в современном мире это такая довольно распространенная история, вот, но тем не менее, вот, что вы хотели, когда вы это делали, и что изменилось потом у вас, что изменилось после этого, что изменилось после
того, как вы это сделали, что сейчас изменилось, то раньше вы хотели это сделать, сейчас вы этого делать уже, ну, получается, не хотите. Так, а изменилось-то что? Совершенно очевидно, что изменилось что-то в вас, да? Вот. Но вопрос заключается в том, что именно вас изменилось. Вот. И, собственно, именно этот момент нужно разобрать, что изменилось, собственно, в вас. Потому что вы свои изменения, на мой взгляд, не учитываете. Вы не учитываете, что вы стали другой, вы не учитываете, что вы стали взрослее, вы не учитываете, что как бы, ну, только так, в принципе, можно набраться опыта, вот, и, собственно, вы этого опыта стараетесь набраться, вы его набираетесь с этого опыта. Ну, как бы это нормально, да? Вот. Вопрос, конечно, заключается в том, насколько вы себе этот опыт принимаете. Вот. Ну, на мой взгляд, не слишком. На мой взгляд, не слишком вы себе принимаете этот опыт, потому что корить себя и боитесь. Вот. А боитесь, что от вас там отвернутся люди, и боитесь, что к вам изменится поведение, изменится отношение, короче говоря. Вот. Я вас понимаю, но как бы как психолог эту проблему решить могу помочь, конечно, уже, но только при условии, если вы сами этого хотите. Вот такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена.